Ого, как обмельчало. Ого, как обмельчало, смотрите. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Сегодня сентябрь, осень, раннее утро. Я на водохранилище на бесплатном приехала половить рыбку. Посмотрим, что у меня сегодня здесь получится. Я не могу. В водохранилище есть все виды белых рыб, но основной нашей целью будет плотва, подлещик. Не исключено, что может, конечно, попасться лещ, но я думаю, что мы уже клев леща проспали, поэтому на него рассчитывать не придется. Думаю, что будет подлещик и плотва. Ой, друзья, положила мотыля лиманника в морозилку, и он замерз. Пипец, товарищи, что делать? Друзья, вот так соберись пофидерить. Только 2 часа только раскладываешься, замешиваешься, промеряешься, готовишься. Это вообще просто. И потом, блин, час рыбалки, все, утренний клев закончился. Долетела, но я смазала. Не попала в нужную точку. Думаете, может что-нибудь, друзья, на такой дистанции клюнуть? Я вот, честно говоря, не знаю. Есть рыбка. Первая рыбка сегодня. Нам идет, я надеюсь. Только что слышала, что она там есть, но уже не знаю. Вот сошла. Ну, рыбка, покажи что-то. Да, есть что-то. Есть что-то такое. Ух ты, что-то сопротивляется. Что-то мне ушло. А что там? Ого, друзья, да это же подлещик. Смотрите, какой хороший. Ну,
Смотрите, какой хороший, а? Отлично. Отлично. Подошел под лещик, подойдет и лещ. Помните? Если вы нашли точку, где есть под лещик, значит, там может ходить и питаться лещ. Странная какая-то поклевка была. Так, почему оттуда вынырнула птица? Это была птица, что ли? Ну, учитывая размер подлещиков, я бы была рада поймать какую-нибудь птичку и зажарить ее. А что, если клюнет? Кто там? О, тоже подлещик. О, даже побольше. Чуть-чуть. Наоборот. Наоборот, побольше пацанчик. Вот. Опа. Здесь ты откуда взялся такой, а, дерзкий? Есть рыбка. Сейчас. Далеко, конечно, крутить приходится. Оп. Ну, опять что-то небольшое. Сейчас увидите. Видите, какая зеленая хрень какая-то наплыла. Оп. Ну, ну такой. Хорошенький подлощик. Отличный. Толстобокие такие стали. Ну что, рыбка поклевывает. И естественно, что это радует, уже проголодалась. Чувствуется, друзья, что уже осень, и даже подлещика приходится немного уговаривать. Ну ничего страшного, погода все равно хорошая, еще светит очень теплое солнце, еще тепло. Но осень холодная, я думаю, дождливая, не за горами. И тогда будет еще веселее, потому что будет время хищника. Это сало вкусное очень. Даже оса. Знаешь, что оно очень вкусное. Если посмотреть, уровень воды очень сильно отпустился. Вот эта вот коряга. Она была полностью в воде. Полностью. Получается, что ушло где-то метра два. Мы что, сейчас на метре ловим? Сейчас я меняю дистанцию ловли на втором фидере. Делаю, естественно, дальнюю дистанцию. Буду пробовать ловить оттуда, потому что практически все поклевки последовали именно из догника.
Да, рыбка есть. Продолжает периодически поклевывать, но это не максимум, на который способно Минское море. Это абсолютно стандартный улов. Вообще сегодня планировала ехать на другой водоем. Думала рассвет в 7:30, оказалось в 6:30. Получается, что на час позже стало. Рыбку, друзья, сегодня, конечно, приходится уговаривать. Ну, зато тепленько. Погода хорошая, шикарная. Честно, уже привыкла очень ловить на плетню, хотя в первое время было непривычно, казалось, что рыба сходит из-за нее. Сейчас очень хорошо, очень удобно, и вот честно, такое впечатление, как будто бы я на простую леску никогда не ловила. Очень удобно вот сейчас вот ведерко это, потому что посмотрите, какая зелень прибилась сюда прямо к берегу, и помыть в руки фактически невозможно. Вот ужасно какая-то зеленая чача. Лаврухи клюют одни. Что за жизнь, а? Ну, на самом деле, на леща сюда лучше, естественно, ехать ночью, чтобы не пропустить вот этот вот утренний выход. С ночевкой лучше. Так и не съездили мы в этом году на Минское море с ночевкой. Ну, ничего страшного. Вся жизнь еще впереди. Еще долгие годы развития моего канала. Какой красавец, смотрите. Ты такой большой мальчик. Такой большой. Смотрите, какой красивый. Ну как у тебя теперь из рота вытянуть, а? Сожрал, позарился на опарыша с мотылем. Ну вы на него посмотрите. Конечно, такую красоту надо отпустить, поэтому сейчас аккуратно. У него извлечем крючок. Ого, чувак, видите, что, на что он клюнул? Видите, посмотрите, как он чикает, чикает все, чикает. Проснулся, проснулся, малыш, проснулся. Все, тебе легче стало? Ему сразу легче стало, бедняги. Давайте отпускать. Прикольно, я знала, что раки есть на Заславском водохранилище. Каждый год они попадаются, то на удочку, то на фидер. Ну, это был большой, кстати, рак. Так, поклевка была, посмотрим сейчас, есть ли рыбка. Дернула, потому что солидно. Не знаю. Эти маленькие подлещики, они такие паскудники. Есть, видите? Один дыркой.
Сейчас затемняю прикормку. Когда сюда попадет влага, она станет еще темнее. Видите, она уже изменила свой цвет. Много не надо. На 3 килограмма корма 1 столовая ложка. То есть одну баночку покупаете, и вам хватает много-много-много рыбалок, если вы предпочитаете темный корм. Что за писюрик идет, а, который еле-еле квивер-то раскачивал? Что, сил там совсем нету или что? Не понимаю. И вообще идет ли кто? Ну должен, я же видела поклевку. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот, чувак, у тебя вообще силы что ли нет? Ну, какой-то сопливый маленький засранец. Конь какой-то шел, а там подлещик вот такой. Год подлещика, дамы и господа, год подлещика. Ну что, что поделать? Надо набивать коньку. Чтобы потом клевали одни лещи, одни лещи. Очередная поклевка. Подлещик некрупный активизировался, Лаврентий. Ну, не знаю. Ну, может, лещ подойдет. А остается только рассчитывать на то, что просто, вот понимаете, проскочит. Проскочит что-нибудь хорошее. У меня другого выбора нет. Как бы. Ну, зато не скучно сидеть, хоть они клюют вот эти вот. Писюлики. Милипилики. Милипилики вот такие. Ну. Та-да-ра-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ри. Подлещик. Много подлещиков в море, подлещиков очень много, много. Маленькие и голодные взял в заглот. Малыш, ты что, сошел с ума? Оп. Оп. Все, целый невредимый. Ну, типа, подлещики вырастут лещей, потом будут клевать лещи, поэтому сейчас мы их отпускаем, они меня запомнят. Запомнят мой запах моих рук. Подумают, вот это богиня. Можно жрать, и она отпускает. И все, и потом все лещи, блин, через пару лет мои. Понимаете, о чем я? Ну факт, поклевка была такая очень миленькая. Но я ее заметила. И это не волна 100%, а то я знаю, сейчас такие типа это волна, волна не может быть. Не волна. Возможно, там даже идет самая большая рыба за сегодня. Рыба есть. А знаете, что прекрасно? День прекрасный, рыба прекрасная. Рыбачка тоже прекрасная. Снасти классные. Все классно. Классно. Все классно. Уже два раза дергала. Вообще, если насаживаешь мотыля и дергает хотя бы один раз, то уже практически 100%, что надо доставать, потому что его там не будет. Другое дело, если это опарыш с мотылем. Очень часто у меня было такое, когда я насаживала там, допустим, 4 опарыша, 2 опарыша и мотыля. Сначала рыба обсасывает мотыля, а после она уже четко берет на опарыш. То есть можно было ждать, смотреть на вот эти вот поклевки, но когда ты пытался с первого раза осуществить засечку ее, у тебя ничего не получалось.
недавнем времени, получается, намотала бэкинг плетенку, сверху намотала плетенку PowerPron 01. Поехала один раз на реку. Река оказалась очень злым дном. Это была Западная Двина. И там я оставила не только несколько своих кормушек, но и оставила практически всю плетенку свою, всю длину, что была. Самое интересное заключается в том, что лучше она бросает с плетенкой, которая стоит вообще копье, которую я взяла на бэкинг. И сейчас я ловлю на плетенке, которую брала на бэкинг. Чуть-чуть побольше. Хороший острый крючок. Засадился мне палец, нормально все. Не, ну на самом деле бывают острые крючки, бывают такие, что прям подотрагиваются, и они по подбородку прям влазят в пальцы, очень неприятно. В смысле? В каком смысле оборвался крючок? Там не могло ничего оборвать его. Смотрите, какой прикольчик после себя оставил сопливый. Сожрал мотыля гаденыш и оставил сопли. Это улики. Значит, там был подлещик. Опа! Красавчик. Смотрите, был короче поводок, наверное, сантиметров на 15. Перестали клевать. Поставил поводок снова длиннее. Практически сразу произошла поклевка. Ух ты, губастый, а! Он милый, смотрите, он тянет ручку поздороваться. Поздороваться хочет, маленький. Маленький, смотрите, рачок. Рак.
На солнце очень жарко, в тени уже очень холодно становится. Поэтому... Не месяц май. Угу. Опа. Это, между прочим, кто не знает, будущее. Лещ. Но это не лещ. Это подлещик. И больше ему нравится, когда заголовки надеваешь. Когда длинные усы торчат. От мотыля они короткие. Как-то вот на разных водоемах по-разному. Вот здесь вот как-то нравится, прям чтобы висела кистью, прям какой горсточкой хорошей. И самое интересное, что корм вообще, посмотрите, липкий. Такой корм надо на реку, а он здесь работает. А почему? Потому что я сюда налила сиропа. Сейчас уже чуть позже 5, подлещик продолжает клевать, и только на один фидер у меня. Ближняя дистанция только тоже не работала, работала только дальняя дистанция. Могу так сказать, что бросаю я сегодня на расстоянии 75 оборотов. Это дальше 60 метров, чтобы вы понимали. И учитывая то, что вблизи рыбы почти не было, я думаю, что рыба потихонечку начинает отходить от берега и чувствует приближение осени. И мне кажется, что с каждым разом будет ее поймать все тяжелее и тяжелее. Клевала сегодня с утра на опарыше с мотылем, потом на опарыше с мотылем перестала, и теперь клюет исключительно на огромную кисточку из мотыля. Никакой побочной рыбы, пару окуней, типа ерша, бычка сегодня вообще не было. Вообще не было. Куда они делись? Раньше ерши были, теперь ершей нет. Где ерши? Очередной рыболовный день заканчивается, в принципе, на позитивной ноте. Сегодня целый день были поклевки. Да, это были не трофейные лещи, но все же это была рыба. И иногда лучше хоть что-то, чем вообще ничего. Сегодня Минское море, как говорят некоторые люди, а точнее многие, что рыбы такой, подлещик не существует, есть лещи, одарила меня лещами по полной программе. Много-много-много лещей я наловила. Ну, я такую рыбу на самом деле без обид, я называю ее лаврушкой, подлещик, все что угодно, но это не лещ. Лещ все-таки для меня остается рыбой от 1 килограмма. В общем, друзья, спасибо, что смотрите мой канал, обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Выбирайтесь на рыбалку, любая рыбалка это ступенька вверх или очередной путь, тропинка к трофеям, поэтому никогда не расстраивайтесь, не унывайте, ни хвоста, ни чешуи. Пока!